Всем добрый день. Мы находимся на улице Дзырнову. Это бывший завод хлебокомбинат. В этой стороне мы сейчас вам покажем. Дальше проедем за церковь. Сегодня у нас 12 апреля 2021 года. Проедем туда, где бывшие базы продуктовые были. Церковь, покажи. Что мы можем вам сказать? Вот здесь, в этой стороне, магазин там еще работает. Ну что там? Там тоже, по-моему, алкоголь продается. Алкоголь, сигареты. Что там еще продается? Раньше здесь тоже как база была огромная, и то здание, и там он было. Немножко правее покажи им. Там тоже все было прям заполонено всякими продуктами, алкоголем, и что там только не было. Что там только не было. Вот остался один только этот магазинчик. Сейчас мы на Бауска с улицы выехали. Вот вспоминайте, кто-то работал, покажи. Дорога, конечно, здесь плохая, а вот сейчас мы проедем вам вот сюда, заедем. Надеюсь, кто-то помнит, здесь в постсоветское время была очень огромная база. А мы, наверное, можем даже и проехать, если там возможно, нет. Давайте-ка мы заедем. И вспоминайте. Тысячи-тысячи людей. Вот она вот база. Это полностью все здесь торговали овощами, фруктами и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Там дальше мы сейчас проедем вот здесь вам. Я думаю, не провалимся нигде мы здесь. Вспоминайте вот это здание. Здесь все здания были продукты. Сейчас мы не знаем, что здесь происходит. Толком не знаем, как все это все прекратилось. Ну, по первости, не было магазинов огромных, этих супермаркетов и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас понастроили на каждом углу. Вот, покажу им здесь. Ну, что тут? Даже не знаю. Кто знает, пишите в комментариях, что тут в данное время. Сейчас покажем еще, где фурнитура мебельная. Здесь вот смотрите, тут металлолом, тут всякие автомобили, в общем, хлам, это все пилят, режут. А вот этот вот хороший магазинчик, это вот, вот этот вот, мы в этом часто бываем, вот это вот точно, где мебельная фурнитура, часто все здесь покупаем, берем кухонного гарнитура и так далее, то для любой мебели. Вот я делал себе, когда
душевую кабинку, да я делал эти шкафы купе под мойку. Также шкафы купе для одежды себе тоже здесь брал. Меня тут резали прям по размеру. Большой выбор фурнитуры мебельной здесь, очень большой. Ну и проедемся еще туда по Бауска дальше. Налево сейчас. Что там? Покажем вам. Может, кто-то вспомнит, что здесь раньше было, кто тут работал. Раньше все было. Дорога плохая. Сегодня первый день теплый. 17 градусов показывает в машине пока. Вот автосервис. Проедемся вот здесь. Он давно уже здесь. Пишите в комментариях, что тут было, когда. Когда-то. Ну, повторюсь, также и автосервисы здесь на каждом углу у нас в Елгаве, на каждом буквально углу. Автозаправки и либо автосервисы. Ну вот здесь вот жестянку делают, делали во всяком случае раньше. Написано крыша. Ну да. Здесь мы развернемся. Вот это показываю я. Я здесь сейчас развернусь. Бауска съела 7C. Подписывайтесь на наш канал. Мы живем в Латвии. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Делитесь в соцсетях с друзьями. Сейчас еще проедемся. Прощальный круг. Спасибо за просмотры. До новых видео. До свидания, друзья. А это мы подошли к речке Платаны. И вот мост пешеходный. Мы все-таки решили пройтись. Ветер сильный. Район. Кто-то по этой тропинке ходил.
водички напивают. Красота, да? Ну, друзья, вы понимаете, если мы находимся, да? Это река Платаны. Вот она. Вот в яму попал. Сейчас справа по течению к реке Платаны, и там параллельно улица Баускас. Ну, пойдем туда дальше. Еще раз с этой стороны через мост пойдем и покажем. Ну конечно, конечно, да. Ну уходим. Отсюда вам покажу, как она, эта платанка, петляет. Речка наша знаменитая. Рыбаки частенько ловят в этих местах. Он там и сейчас сидит, один рыбак.